Как сообщили нам транспортники, сложностью внедрения стрелки именно в автоколонне 1789 являлось отсутствие интеграции карты с московскими видами транспорта. С марта 2016 года была выпущена совершенно новая карта «Стрелка-тройка», которая предоставила возможность использования карты на всех видах общественного транспорта московского региона. В нашей автоколонне более 70% пассажиров оплачивают поездки картой «Стрелка». В прошлом году по ней совершено более 600 тысяч поездок. В среднем за день по городским маршрутам Ивантеевки перевозится 3420 пассажиров, из них по карте «Стрелка» 1101 пассажир.